Здравствуйте, коллеги! Меня зовут Веревкин Александр, я менеджер компании Сингента. Сегодня мы с вами находимся на опытном участке, где мы применяли новый фунгицид Миравис. Участок находится в АО КСП Светлогорская. Это предгорная зона Краснодарского края. Целью закладки опыта было посмотреть эффективность нового продукта по технологии IDPDIN в защите от парши. Также мы хотели посмотреть его эффективность по мученистой росе и гнилям сердцевины плодов. Сегодня с нами встречается главный агроном хозяйства Галькун Александр Владимирович. Какие ваши ожидания были вообще от продукта, когда Сингента предложила вам его в качестве опыта? Мы всегда опытами заинтересованы, как бы новые препараты, как они работают, поэтому мы как бы с удовольствием взяли препараты и первый раз применили в Миравис в этом году на опытном участке. Количество обработок было 2 на площади 2 гектара. Первая обработка была 28 апреля, вторая обработка 10 апреля. Результат показал, что препарат рабочий, качественный. На участке парши нет. Также мы применяли и по хозяйственную обработку свою. Разница есть. Миравис показался с положительной стороны. Какие обработки были отличны хозяйственного варианта от варианта опыта? Тут была вся, да, система такая же, как в хозяйстве. Отличалось единственное, мы заменили другие препараты, применили Миравис. И результат показал лучше Миравис, чем остальные препараты, которыми мы работаем в хозяйстве. С препаратом Миравис, мне кажется, нам будет проще получить качественную продукцию, чистые яблоки в нашем хозяйстве, в наших условиях. У нас условия сложные, предгорная зона. Потому что этот препарат облегчит работу.